Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас на этом празднике труда. И мы летаем на метле, участвуем в субботнике. Мы, конечно, поддерживаем, потому что мы, в общем-то, кстати, жители Кроста. И поэтому мы все облагораживаем. Нам это надо, чтобы было чисто. Замечательная идея. Работа – это наш второй дом, где мы проводим как минимум третью часть своей жизни. Поэтому где мы живем, там и наводим чистоту. Весна, музыка, народ весь позитивный, с детьми, радостный. Все, в общем-то, семьями, можно сказать, помогает, живет, работает. Красиво и хорошо. Но идея субботника – это классная идея. Создавать чистоту в своем городе. Виден результат. Вот. Настроение прекрасное. Все здорово. Эмоции очень простые. Так как всю жизнь мечтаешь, что быть в красоте, вот она красота, вот красота, вот она красота. Что еще нужно для счастья? Кросс – это великолепная команда, которая возглавляет вот такие красавицы. А мы, мужчины, их на подхвате. Поэтому мы сегодня старались, как смогли. Кросс – это команда. Самая красивая, самая мощная, самая сильная. Два коротких, третий раскатистый. Ура! 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 Ура!